Эксперимент, доказывающий, какая из версий гравитации верна, какая не верна. Речь идет о версии Ньютона, когда яблоко падает на Землю в форме прямого притяжения, как следствие прямого притяжения, и версия Ломоносова, когда все тела приталкиваются друг к другу, и яблоко на Землю падает в результате воздействия из нее от комплекса удаленных объектов. Можно же провести эксперимент, да, и эксперимент сильнее всех расчетов. Мы об этом эксперименте уже рассказывали много раз. Также мы рассказывали, что как бы по взаимодействию разнесенных двух тел в пространстве, двух движущихся тел, невозможно понять, на чем основано это взаимодействие, притяжение все-таки или приталкивание. Но есть эксперимент, который четко показывает для непосредственно уже столкнувшихся тел, за счет чего они взаимодействуют, за счет приталкивания или притяжения. Следует это из графика единицы на r квадрат, все тот же наш график. Что будет, если мы соединим два куска металла, вот один к другому прижмем, да, два ножа? По обоим теориям будет разный эффект. Этот эффект видно на графике единица на r квадрат. Потому что левая часть графика – это у нас пик увеличения силы от уменьшения расстояния. Уходит это в бесконечность. То есть, если мы на силах притяжения прямого два куска металла соединим, да, у нас сила возрастет до бесконечности, мы не сможем их отлепить. В то же время на приталкивание у нас наоборот правая часть графика. Любое расстояние берем до полного взаимодействия, у нас сила не возрастает до максимума. И сейчас мы докажем, на чем же все-таки наш мир. Мы это доказывали, уже рассказывали словами, давайте экспериментально покажем, чтобы все сомневающиеся уже взглянули и поняли. Вот так вот берем, и если на притяжении, на прямом, то у нас ножи слипнутся, их невозможно будет разорвать. А если на приталкивании, мы их легко друг от друга оторвем. Давайте, попытка номер один, эксперимент. Вот если мир сейчас на притяжении, мы оторвать не сможем. Оп, даже никакого усилия. Где вот этот пик, где сила уходящая в бесконечность? У нас один металл плотно с другим соприкоснулся, сила должна уйти в бесконечность, согласно графику, да? У нас этого не происходит. Оп, разъединили. То есть это возможно только на приталкивании. Ребята, экспериментально доказано, что мир наш построен на комплексном приталкивании. На комплексном. Приталкивание. Всех сомневающихся, недогонов, тормозов, несмышленышей, просто людей, которых трудно отправлять к этому эксперименту, тыкать в носом их, вот смотри, да, ножи не слиплись? Не слиплись. Значит, приталкивание. Прекратите бредить о прямом притяжении. Ньютон ошибся. Верна версия Ломоносова. Вот такая ситуация. С вами был Виктор Катючек. Телеканал «Научный трибунал».